Привет, друзья, с вами Ростиксон. Сегодня у нас урок по использованию бонг-бота для снайпинга на Солане. Это основной бот в Telegram, который используют все для торговли на Солана. Ссылка будет в описании. Это реферальная ссылка, она поможет нашему каналу. Просто кликните по ссылке, и она перенаправит вас к боту в Telegram. Первое, что вам нужно будет сделать, это перейти по ссылке в описании. Она откроет Telegram, поэтому убедитесь, что у вас уже установлено приложение на телефоне или на вашем персональном компьютере. Когда вы нажмете на ссылку, вас автоматически перенаправят к основному торговому боту для Solana. Бот поддерживает покупку и продажу токенов, а также обладает функциями автопокупки и снайпинга. Это позволит вам не только торговать вручную, но и автоматически ловить выгодные предложения на рынке. После того, как вы перейдете по ссылке и откроете Telegram, бот будет готов к работе. Начните с нажатия кнопки Start, и перед вами появится основное меню. В нем вы увидите несколько очень важных кнопок, таких как Buy, Sell, Manage, Help, Refer, Wallet и другие. Небольшая инструкция по вкладкам. Buy – покупка токенов, Sell and Manage – управление позициями и продажи, Help – помощь, Refer – реферальная ссылка, Wallet – информация о вашем кошельке, включая адрес для депозита, Settings – настройки. И первое, что вам нужно будет сделать, это настроить кошелек. Нажав на кнопку Wallet, вы откроете свой встроенный Solana кошелек. Он абсолютно безопасен, если вы не будете переходить по сомнительным ссылкам. Однако стоит помнить, что это горячий кошелек, так как он подключен к интернету. Бот предоставит вам ваш индивидуальный Solana адрес, который можно скопировать и использовать для пополнения баланса. Вы просто отправляете Solana на этот адрес, и как только транзакция будет подтверждена в блокчейне, средства появятся в вашем кошельке внутри бота. Для покупки токенов через бота нужно воспользоваться кнопкой Buy. Вам будет предложено ввести адрес контракта токена или ссылку на BirdEye. После этого бот отобразит текущую цену, а также динамику изменения цены за последние 5 минут, 1 час, 6 часов и 24 часа. Вы можете выбрать сумму, на которую хотите купить, и бот моментально выполнит транзакцию. Аналогичным образом через кнопку Sell вы сможете управлять своими активами и продавать ваши токены. Все максимально просто и понятно, и вы сможете отслеживать свою прибыль в реальном времени. Чтобы начать работу с ботом, необходимо настроить кошелек. Это ключевой шаг для взаимодействия с ботом и проведения транзакций на блокчейне Solana. После нажатия на кнопку Wallet, бот создаст для вас встроенный кошелек, через который можно управлять своими активами и совершать покупки и продажи токенов. Когда вы откроете кошелек, бот сразу предложит вам скопировать ваш уникальный адрес Solana для пополнения. Это адрес, на который можно отправлять Solana с других кошельков или бирж. Транзакции обрабатываются молниеносно быстро, что является одной из особенностей сети Solana. После отправки Solana на указанный адрес вы сможете увидеть подтверждение транзакции, и средства появятся в кошельке практически мгновенно. Вы также сможете не только пополнять баланс, но и легко выводить Solana на другой адрес. Просто введите нужную сумму и адрес, и бот выполнит перевод. А теперь давайте уже разберемся, как с помощью бота покупать токены. Этот процесс крайне прост и эффективен. Когда вы видите интересующий вас токен на таких платформах, как DexScreener, первым делом будет копирование его контракта. Например, если вы хотите купить токен Mail, просто найдите его контрактный адрес на экране и скопируйте его. После этого в боте нужно нажать на кнопку Buy, то есть купить. В диалоговом окне бот попросит вас ввести адрес токена или ссылку с BirdEye. Вы можете вставить как ссылку на BirdEye, так и сам контрактный адрес. Когда вы это сделаете, бот автоматически распознает токен и предложит вам несколько опций покупки, например, на 1, 5 или любое другое количество Solana. Как только вы выберете нужное количество, бот покажет всю необходимую информацию, то есть текущую цену токена, его изменения за последние 5 минут, 1 час, 6 часов и 24 часа, а также данные о рыночной капитализации и влияние вашей покупки на цену. Когда вы подтвердите покупку, бот выполнит транзакцию. Покупка завершится практически мгновенно, и вы увидите новый баланс токенов прямо у себя в кошельке. Более того, бот будет отслеживать вашу позицию в реальном времени, показывая, как меняется ваша прибыль или убыток. Вы сможете видеть начальную цену, по которой вы вошли в сделку, и вашу текущую прибыль прямо в интерфейсе бота. Покупка токена в этом боте — это не только лишь удобно, но еще и возможность оперативно реагировать на рыночные изменения, особенно если вы хотите поймать выгодную цену или снайпить новый токен сразу после его выхода. Теперь мы разберем, как с помощью бота уже продать токены. Процесс продажи также просто и интуитивно понятен. Как и в случае с покупкой, сначала нужно открыть главное меню бота и выбрать раздел Sell and Manage, то есть продажи и управление. В этом меню вы увидите свои текущие позиции, то есть список токенов, которые у вас уже есть. Допустим, у вас есть купленные токены Mail, и вы хотите их продать. Бот предложит вам несколько опций для продажи. Вы можете продать 100% своих токенов, 25%, либо любую другую долю от вашей позиции. К примеру, если вы хотите продать 33%, просто измените настройки кнопок продаж, выбрав именно
этот процент. Это можно сделать в разделе Sell Button Config, настройка кнопок продажи, что позволит вам настроить наиболее удобные для вас варианты. Вы также можете ввести конкретное количество токенов вручную, если хотите продать точную сумму. Как только вы выберете количество токенов для продажи, бот покажет вам предварительный обзор сделки. Этот обзор включает информацию о том, сколько токенов будет продано, по какой цене и как это влияет на ваш текущий баланс. После подтверждения сделки бот выполнит транзакцию и токены будут проданы. Одним из удобных аспектов продажи через бота является отображение всей информации в реальном времени. После завершения сделки вы получите сфотку, в которой указано, сколько токенов было продано, по какой цене и сколько средств поступило на ваш кошелек. В дополнение к этому, бот обновит вашу текущую позицию, показывая, сколько токенов осталось и как изменилась ваша прибыль. Также стоит обратить внимание на настройку Slip Page, это проскальзывание. Этот параметр важен при торговле, поскольку криптовалютные рынки постоянно меняются, и цена токена может измениться между моментом подачи заявки и ее выполнением. Установите разумный уровень проскальзывания. Для большинства сделок будет достаточно от 1 до 5%. Это защитит вас от неожиданных изменений цены при продаже токенов. Если цена колеблется больше, чем установленный процент, сделка может не пройти. Если вы хотите продать все свои токены или только определенное количество, бот предоставит вам гибкость и контроль над каждой сделкой, что делает его отличным инструментом для быстрого и эффективного управления своими активами на Solana. В разделе настроек вы можете включить или отключить уведомления, задать минимальное значение позиции для отображения, а также настроить автопокупку. Например, можно задать автоматическую покупку одной Solana при вставке адреса токена. Также здесь можно настроить кнопки покупки или продажи. Например, вы можете установить кнопки для покупки 1, 5 или 15 Solana, а для продажи 25, 33 или 100% от вашей позиции. Эти настройки позволяют адаптировать бота под ваши торговые предпочтения и сделать процесс более удобным. Теперь давайте поговорим про slip page или же проскальзывание. Это ситуация, когда цена актива изменяется в момент исполнения сделки, в результате чего трейдер получает меньше или больше токенов, чем он ожидал. Криптовалюты — это живые, динамично движущиеся активы, и в течение даже одной минуты цена может колебаться. При установке уровня проскальзывания важно учитывать, что все децентрализованные биржи имеют его. Вы можете задать процент проскальзывания для покупки и продажи токенов. Например, если ваш уровень проскальзывания установлен на 10%, а цена актива движется более чем на 10% во время исполнения вашей сделки, она может не сработать. Рекомендуется устанавливать проскальзывание в диапазоне от 1 до 10% в зависимости от волатильности выбранного актива. Также полезно помнить о максимальном ценовом влиянии, которое может возникнуть при продаже. Будьте осторожны и тщательно настраивайте эти параметры, чтобы минимизировать возможные потери. Для успешного снайпинга токена важно использовать надежные ресурсы, такие как DEX Screener или Bird. Эти платформы представляют вам актуальную информацию о новых парах и токенах, которые сейчас находятся на пике интереса среди трейдеров на блокчейне Solana. Первое — исследование новых токенов. Вы можете просматривать списки новых токенов и отслеживать их динамику. Обращайте внимание на объем торгов и изменения цен за последний час или день, чтобы выявить наиболее перспективные активы. Второе — это отслеживание трендовых токенов. С помощью этих платформ вы сможете увидеть, какие токены привлекают внимание инвесторов, выявлять тренды, которые могут быть выгодны для снайпинга. И третье – это работа с контрактами. Когда вы находите интересующий вас токен, скопируйте его адрес контракта. Это ключевой момент, так как правильный контракт обеспечит вам доступ к нужному токену. Вставьте этот адрес в ваш бот, и вы будете готовы к покупке. И последнее, четвертое, это быстрая реакция. В мире криптовалют скорость — это залог успеха. Как только вы вставляете адрес токена в бот, убедитесь, что вы готовы к быстрому исполнению сделки, чтобы воспользоваться любой возможностью на рынке. И в заключение скажу, что вот так вот просто можно использовать BonkBot для торговли на Solana. Этот инструмент позволяет вам быть всегда на шаг впереди, автоматически совершая сделки в нужный момент. Не забывайте следить за последними новостями и изменениями на рынке, чтобы максимально эффективно использовать возможности бота. Ссылку на него мы оставили в описании. Спасибо каждому, кто перейдет по ней. Личное спасибо от меня, нового диктора Ростиксона, спасибо от Ростиксона и спасибо от всей команды, что вы дарите невероятную поддержку каналу. А также я вам посоветую подписываться на наш телеграм-канал, где вы сможете обмениваться опытом с другими трейдерами, получать советы и оставлять свои комментарии. Если видео оказалось полезным, ставьте лайк и делитесь с друзьями. Всем удачи и берегите себя в этом динамичном мире криптовалют.